Буквально накануне стало известно, что мелодрама «Постучись в мою дверь» в Москве получит второй сезон. Сюжет по-прежнему будет основан на оригинальном турецком суперхите «Постучись в мою дверь», но с учетом российской специфики. События в продолжении сериала, в котором также будет 60 эпизодов, начинаются через месяц после финала первого сезона. На протяжении всех предыдущих серий зрители внимательно следили за историей отношений Сергея и Саши, сопереживали главным героям и невольно сравнивали события российского сериала с оригинальной историей. В конце первого сезона Алина из ревности выдает страшный секрет Градских. Именно в их компании произошла трагедия, из-за которой погибли родители Саши, Жанна, мать Сергея. Извиняется перед Сашей и объясняет, что хранила молчание ради своей семьи. Девушка прощает ее, но не обещает, что останется с Сергеем. Между тем, над бизнесом Сергея сгущаются тучи, интриги, черный пиар, передача тайной информации, компромат и шантаж приводят Сашу к сложному выбору, который может разрушить их с Сергеем любовь, карьеру и будущее. К своим ролям вернутся Никита Волков, Лиана Гриба, Антонина Паперная, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Анна Невская, Влад Соколовский, Илья Антоненко, Максим Белбородов, Екатерина Шумакова и другие. Премьера второго сезона сериала «Постучись в мою дверь» в Москве запланирована на первую половину 2025 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.